Я хочу жить легко до конца своих дней. Вот прям легко. Не упираться, а понимать, что кушать, и вообще понимать. Вот просто расслабиться. Сейчас я понимаю, что вот после этой программы я просто расслабилась. Я теперь понимаю, как мне можно легко, спокойно, с удовольствием жить. Я сейчас вам скажу такую смешную вещь. Я в планке стою теперь легко. Мне было до этого тяжело. Люди скажут, подождите, слово буханка и слово снижение веса, они из разных вселенных вообще. Либо буханка, либо снижение веса. Как можно, когда ты сбрасываешь вес, оперировать этим словом буханка? Здравствуйте, друзья! Добрый вечер! У нас сегодня звезда недели Оля. Она сбросила 13 килограммов. Она молодец и вообще красавица. Мы немножечко с ней побеседуем. Как вообще дела? Как она там сбрасывала вес? Настоящая ли она? Или как, значит, мне люди пишут, все фотошоп у вас там, все какие-то придуманные люди. Оля сбросила у нас 13 килограммов за 3 месяца. Она молодец и вообще красавица. Оля, сразу начну с этого вопроса, который, наверное, был самый частый в комментариях. Молодец и аплодисменты на втором месте. Так зачем вам, Оля, было худеть? И так красиво. Да если бы я такая была, как вы, до, пишут женщины, то я бы вообще даже не переживала бы. С чего вы вдруг решили записаться на программу по снижению веса, Оля? Вы знаете, Сергей Михайлович, вот то, что было у меня на тот момент, это держалось на зубах. Вот просто на зубах. Я поняла, что я уже все, еще маленькая, и я не смогу это держать. Вот то, что имела. Хотя мне хотелось меньше. Но это постоянный контроль, постоянные физические нагрузки. Но при моем уже таком критичном возрасте я понимаю, что я такие нагрузки скоро не смогу выдерживать физические, и вес будет расти. И когда у меня были моменты, когда я не могу заниматься, он правда рос. При том, что я не занималась, я себя... А организм пытается набрать вес. Да, да. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что до прихода в программу вы жили по принципу, что красота требует жертв? Да. Очень изучала много всякой литературы. Вы знаете, я могу торговать литературой сейчас. Сейчас я ее просто раздам. Он распродает литературу по похудению. Теперь уже не нужно кому выслать 2 КАМАЗа книжек по похудению. Я знаю множество специальных магазинов, которые продают якобы правильную еду. Сейчас я вообще просто открыла для себя Америку. Это просто не то, что правильная еда, это правильная еда для потолстения. То есть вы научились разбираться, что иногда в так называемом питании для снижения веса есть продукты, которые на самом деле не помогают худеть, да? Да. Мало того, они не помогают худеть, они еще с них прибавляешь. Я буквально сегодня заходила в магазин и чудесные слайсы смотрела, которые прям вот со всеми вот этим, вот столько написано, какие они хорошие, 396 килокалорий на 100 грамм. То есть по калорийности как сахар практически, да? То есть это по сути сахар, только с надписью «здоровье», «польза», вообще там все такое. Да, вообще все там, все правильно, вот прям все красиво. Давайте, Оль, все-таки, почему вы решили записаться на программу? Чего вдруг? Я уже сказала, что я поняла, что мне нужно хорошие знания, чтобы разобраться, в чем вопрос. Потому что я много чего изучала, и у меня самой не получалось. Мне нужен был профессионал. И вообще, я по жизни такой человек, я действую. Если что-то не получается, я ищу какие-то выходы. Все книги я не начинаю, остался только Сергей Михайлович. Вот просто, ищи, вот, что-то новенькое увидела, что-то решила, и этого еще послушаю. Знаете, вот с вами как-то вообще было не так.
Я просто, когда я уже писала в своем посте, я просто открыла Инстаграм и рекламу и прохохотала весь эфир. И вообще люблю юмор, люблю легкость. И я поняла, что мне туда. Вот прям туда. По крайней мере, не похудею, так хоть посмеюсь. Видно, что человек интеллигентный, да. Приятно проведем время. Конечно, да. По-любому какой-то бонус. Скажите, пожалуйста, тем не менее, важный для меня вопрос. Для вас, вот если серьезно, что было самым сложным в течение этих 3 месяцев, в течение программы по снижению? У вас максимальный вес какой был? Вообще максимальный... 80... Нет, до прихода в программу. До прихода в программу 87. 87. Сегодня утром какой у вас вес? 69. Ну, уж извините меня. 69 500, то есть первая шестерка. 69 500. Первая шестерка. Да, да, да. Слушайте, а это как-то влияет? Вообще... Подождите, это как-то влияет на самооценку, когда у женщины первая шестерка? Это вот как-то вот влияет, она как-то вот чувствует себя по-другому, когда вот, казалось бы, мне часто рассказывают, там подумаешь 71 и 69, люди говорят, нет, Сергей Михайлович, это вообще другое, 69 это какой-то другой мир. Это правда? Ну, это, знаете, это... я, знаете, вот, когда первый раз увидела эту шестерку, я почувствовала себя подростком. Серьезно. Я посмотрела, думаю, не может быть. Это я-то? Когда шла к вам на программу, я думала, 75. Ну, как бы рост метр 75, 75, нормально, все. И когда вы меня спросили, что вы хотите, думаю, ва-банк, 70. Ну, а 75 в уме, вот так вот, 70, но 75 в уме, думаю, ну, получится. А вы мне такой говорите, а чего вы 70, давайте 69, давайте выйдем шестерку. Думаю, ну, как-то я не знаю, ну, вообще нереально. Короче, согласилась, думаю, да ладно, все равно ничего не получится, соглашусь на всякий случай, да. Нет, ну, единственное, что я для себя решила. Что, ну, я вообще такой человек, если я уже берусь за что-то, я выполняю. Ну, вот прям выполняю. Не знаю. Сейчас опять люди скажут, Михайлович, вам повезло с такими худеющими. Они вот если за что-то берутся, то выполняют. Так и любой похудеет. Тем не менее, Оль, что было самым сложным в течение практики? Что самым сложным было? Действительно, мне пришлось перестраивать свое питание. Я питалась моно. А могла питаться одной кашей для меня. Вообще, завтраки. Завтрак – это быстро должно быть. Все автоматически. Времени до работы небольшое количество, а дел много. Первую неделю я набегивала по дому 1500 шагов, потому что я металась. Я не понимала, где мне чего взвешивать. У меня отдельно место, где готовлю, комната, отдельно столовая. Я из них вот так вот бегала вместе с весами. Пока это я в своей голове распределяла, как я себя поведу. Потому что у меня вообще все автоматически. Я привыкла так. Все отработано, все по минутам. Включил, встал, все сделал. То есть пока формировали новые привычки, на это ушло какое-то время. Да, да, это да. Это надо перетерпеть. И я себе, ну как бы я себя так это... Я работаю над этим. Сколько длился вот этот период, когда ну, вы как бы входили на новую вот эту колею? 2 недели. Ну, прям сложно было 2 недели. Можно ли сказать, что потом стало легче? Я поняла, что такое белки, что такое углеводы, что такое все-таки клетчатка. Это тоже важно. Для меня было открытием, что тушеные овощи – это не клетчатка. Я искренне видела, что это оно. А вот из тех привычек, которые я предлагал вам, ну вот из тех стереотипов питания, остались ли которые какие-то сейчас, после того, как вы сбросили вес? Да. Я для себя определила, что для меня, ну, что это возможно делать метаболическую тарелку. И в основные приемы пищи я ее соблюдаю. Мало того, мне это нравится. Я очень люблю салаты и хрустеть, и вот долго теперь кушать люблю. Мне теперь это нравится тоже. Мало того, я для себя определила, что будет перекусом.
Когда вот в голове все распишешь, ну, как вот у меня вот так вот, для меня это вот проще. Расскажите нам, как вы делаете перекусы? Перекус – это бутерброд по метаболическому принципу. Люди скажут, вы же худеете, какие бутерброды? Вы же худеете, какие могут быть бутерброды? Что за, расскажите, какой... Нет, ну бутерброд – это самые обычные вещи. Я себе пеку отрубной хлеб. Мне хватает буханки, как я ее называю, на неделю. Люди скажут, подождите, слово буханка и слово снижение веса, они из разных вселенных вообще. Либо буханка, либо снижение веса. Как можно, когда ты сбрасываешь вес, оперировать этим словом буханка? Я правильно понимаю, что вы сами пекли себе специальный отрубной хлеб со сниженной калорийностью? Да. По моему рецепту, или вы его улучшили все-таки? Вы знаете, я сильно не придерживаюсь рецептов, но я взвешиваю, что я туда напихиваю. У меня хлеб получается всегда разный, но вполне съедобный. По настроению. Какое сегодня было настроение? Такой хлеб. Близкие ваши согласны на этот хлеб или плачут? У меня муж с удовольствием его кушает. Причем, если я пеку себе шарлотку, я ему другую шарлотку пеку, но он мне говорит, отруби мне, пожалуйста, тоже туда, мне это нравится. Ну, это, конечно, респект, да. То есть, если муж согласен на вашу шарлотку в процессе снижения веса, значит, шарлотка удалась, получается, у вас хорошо. Итак, мы делаем бутерброд. Хлеб у нас специальный отрубной, что еще? Хлеб, пекинская капуста, в общем, клетчатку я добавляю вообще с удовольствием. Это может быть перец, это может быть листовой салат, это может быть чудесная капуста. Ну, в основном я, конечно, я люблю салат, либо пекинскую капусту. Вот пекинскую вообще обожаю, она такая хрустящая, мягкая, сочная, вообще везде идет. Хорошо хранится, долго, замечательно. Ну, а сверху обожаю рыбу. Это вот прям моя любовь. Кита, нерка, щука, судак. У меня вообще разнообразие. Очень хорошо кальмары идут. Вообще кальмары это вообще супер. 72 килокалории. Как вы их готовите? Кальмары. Кипяток бросил. Буквально 1 минута и готово. Вообще мечта хозяйки. Прямо сейчас, наверное, у нас половина людей вышла из эфира, потому что побежали ошпаривать кальмары. Друзья мои, прям поддерживаю здесь Олю. Научитесь правильно приготовить, вкусно приготавливать кальмара, и он поможет вам разнообразить ваше питание в процессе снижения веса. Он часто прям недооценен. Научитесь его делать вкусно, или там салатики с соевым соусом, или просто на гриле его зажимать, или вот как Оля на минутку в кипяток, он уже вполне годится для снижения веса. 73, 75, по-моему. Не 75, ну, 73-75, господи, килокалорий. Все равно по калорийности там очень низкий, меньше, чем куриная грудка. Меньше. Ну и куриная грудка, индейка на гриле, это вообще, это сказка. Это можно использовать везде, в холодном виде бутерброд, в салаты. И это дает пикантности салатам, это не отварное мясо, но горячее, сочное. У меня муж с удовольствием кушает все на гриле. Мы теперь рыбу делаем только стейками на гриле, с овощами, по-разному, в общем, просто делаем и кушаем. Сейчас у нас прям аж запах пошел у нас по прямому эфиру, аж прям запахло двусторонним грилем. Оль, вы молодец. Как окружающие, ну, как-то заметили, что у вас первая шестерка? Как-то это повлияло на вашу жизнь? Окружающие как-то заметили? Окружающие очень заметили. Когда, во-первых, у меня был период, когда я болела и не выходила на работу, вот этот вот замечательный период, когда я могла все это распределить у себя, при этом ходить, гулять, много себе времени вот так вот прям уделять. Приехали ко мне мои детки, они живут в городе в другом.
Просто он говорит, у меня сын приехал, говорит, как, мама, а как, где же наша широкая кость? Знаменитая. Фирменная. Вот, поэтому... Подождите, ну, давайте честно. Ну вот правда, очень многие писали в комментариях, что и так было красиво, и так зачем еще худеть? Были же наверняка подруги, которые подходили, да зачем тебе не надо вообще? Были же такие, наверняка же. Нет, ну были, говорили, ну вот зачем, ты же уже вот не молода, а стареешь, и лицо стареешь, ты совсем по-другому выглядишь. Ну да, да, вот по-разному. Ну, понимаете, это же, я же не спрашиваю всех, да, не говорю, а можно мне похудеть? Нет же, это же внутреннее решение. И я его все-таки определила не потому, что мне многие, да, в комментариях писали, это для того, чтобы был эстетический, да, вид другой. Нет, это не для этого. Все-таки лишний вес я для себя каждый плюсом килограмм чувствую очень сильно. У меня проблемы сильные с позвоночником. Я хожу на лыжах, чтобы спину держать, я плаваю. Ну, в том числе не потому, чтобы там вес, а все-таки больше для того, чтобы вот мое физическое состояние было очень ну, мобильным. Поэтому вот любой килограмм для меня это прям вот вообще такая грань, что я его чувствую своим позвоночником. Для меня это очень важно. Поэтому легче вам стало, когда первая шестерка? Однозначно. А что такого вот вы смогли... Я сейчас вам скажу такую смешную вещь. Я в планке стою теперь легко. Мне было до этого тяжело. Браво, браво. Если можно, тоже еще такой вопрос. Какая мечта сбылась? Ну вот ради чего вот вы упирались? Вы напомните, когда у нас начинали похудеть? Наша группа начала худеть 10 октября. 10 октября. Всю осень худели. Ночь с 25 декабря на 14. Для чего все это? Вот можно ли сказать, какая мечта сбылась после того, как вы сбросили вес? Ну, знаете как? Ну, во-первых, я себе, когда вообще самое такое вот крамольное, то, что я хотела, да, вот впереди, у меня будет юбилей. Пятерка, 5-0, вот, в апреле, и я все-таки хотела быть, ну, вот такой на юбилее легкой, вот прям хотела, я это сделаю, пришлю фотки обязательно. Договорились. Это вот так, дальняя перспектива. Ну, а вообще, конечно, для меня, знаете, вот для себя я что хотела. Ну, пойдя на программу, я себе хотела, я такую ставила задачу. Я хочу жить легко до конца своих дней. Вот прям легко. Не упираться, а понимать, что кушать, и вообще понимать. Вот просто расслабиться. Я вот эти последние 20 дней превратила, вот действительно превратилась вот в какую-то, ну, это, знаете, марафон по удержанию веса. Вот того веса, было вот прям удержание. Это был вот марафон на 20 лет, представляете? А сейчас я понимаю, что вот после этой программы я просто расслабилась. Я теперь понимаю, как мне можно легко, спокойно, с удовольствием жить. Это вот прям вот вам огромное спасибо. Подождите, Оля, сейчас все прям обзавидовались. А если бы мы вас сейчас спросили, все-таки, а как вы считаете, вы сбросили 13 килограммов, там даже чуть больше, вы прям молодец. А в чем главный секрет успешного снижения веса? Вот что бы вы сказали нашим зрителям сейчас? Ну, главный секрет – это, с одной стороны, понимание, что ты делаешь каждый день. Если вы уже определили свои пристрастия, что вы любите кушать, теперь придерживайтесь этого, ну и считайте калории. Сейчас, секундочку, я правильно понимаю, что вы рекомендуете даже из правильных продуктов выбирать те, которые вы любите? Конечно, конечно. Вот эта программа, знаете, чему меня научила? Научила слушать свой организм, вот прям слушать. Если я хочу сгущенки, есть сгущенка с сниженной калорийностью.
Если я хочу конфету, вы знаете, я сейчас научилась конфету кушать, мне вот этой вот конфеты хватает на два раза. Вот есть такая смешная сейчас реклама про мороженое, там это, удовлетворите свои сосочки. Я хочу на дне над этой рекламой. Так вот, на самом деле, вот эта конфета, это же не еда, это же удовольствие. И вот вкушать это удовольствие по небольшой капельке с кофе, вот таким вот просто закрыться вот от внешнего, не смотреть что-то, да, не глотать эту пищу, а вкусить. Вот это вот такой мой новый навык, который я умею. И при этом первая шестерка на весах. Да, конечно. Mm-hmm. Ну, вот я чувствую организм, я хочу зефир, я купила себе низкокалорийный зефир, но я его не килограмм съела, а скушала одну зефирку с удовольствием. И удовлетворилась. И все, я не хочу. У меня не будет срыва. Ну, а пектиновое варенье это вообще. Я говорю, открываю. Я варю сразу же 4-5 видов. Да, по маленьким баночкам. 4-5 чего? Открываю холодильник. А? 4-5 чего? Из чего? Видов. А, видов, господи, я испугался, я думал, 4-5 литров, я сразу представляю там эти литровые, думаю, зачем столько-то сразу? Видов. Какое самое вкусное пектиновое варенье у вас? Мне очень нравится вишневое, очень нравится облепиховое, из тыквы, ну, я не знаю, мне кажется, я вообще, я, ну, а смородина, вообще прелесть. Обращаясь... Они же ароматные. Оля, вы молодец просто и вообще красавица. Спасибо вам за то, что рассказываете свои маленькие секреты. Последнее. Обращаясь к той себе в октябре, у которой первая цифра восьмерка и даже больше туда. Что бы вы сейчас сказали, вот к той себе в октябре? Что бы себе сказали вы? Я бы себе сказала, не останавливайся, ищи, двигайся, и все у тебя получится. Спасибо, Оля, вам огромное. За то, что нашли время пообщаться со мной и с нашими зрителями. Я надеюсь, что тем, что я показываю, что стройность может быть легкой, то, что я показываю, что это настоящие люди, которые изменили свою жизнь к лучшему. Вам писали, что вы настоящие или фотошоп? Мне просто жалуются, что иногда люди, они как бы там, вы настоящие, вы точно, или писали вам такое? Да, были такие моменты. Знаете, я еще бы, Сергей Михайлович, что добавила. Вот все-таки вот тот мой вес, который был со мной, я много анализировала вот уже в этой программе. Думала, ну что происходило? Я же много так себя ограничивала. Я сейчас только вообще не ограничиваю себя. Я практически сейчас не ограничиваю себя в выборе интересного. И тогда я вроде искала, но... все-таки надо разбираться, надо что такое профессионал в любой, да, сфере. Вы как профессионал научили разбираться вот действительно полезности. Ну, говорят же, мед полезен, орехи полезны. Чтобы там, я не знаю, сердце хорошо работало, надо съесть не менее там 4 яблок. И все это съесть. А у нас в Сибири, представляете, как в Сибири без сала. Замерзнешь вообще. И сало полезно. И много всего полезно. А на самом деле, когда разберешься, вот польза-то она на боках. Поэтому, да, надо разбираться. Оля, благословляю вас на все приталенное. Благословляю вас на стройную жизнь. Живите стройное, счастливое. Побольше обалденных фотографий. Ну, правда, как многие написали, была красивая, стала вообще красивая. Спасибо вам огромное за эфир. Счастья вам, всего доброго. Живите стройно. Спасибо вам огромное. Счастья вам, всего доброго. Рад был с вами сегодня увидеться. Всего доброго. Пока-пока.